сделала такой бутерброд себе, просто ржаной хлеб и колбаса из индюшки. Кто проживает в Турции, покупайте, какая она вкусная. Настоящая наша докторская колбаса. Вот посмотрите. Айтач хинди салям. Салам. Очень вкусная. Не пожалеете, я уже третий кусок кушаю такого бутерброда. Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Всем привет, мои хорошие, с вами я, Светлана Ака. Вы не представляете, испортился штатив. Ложкой постарался. И я сейчас вот снимаю так. Хочу с вами поговорить, как раз кока-колу налила. Мои хорошие, хочу сообщить вам. Я так что приоделась? Гости едут, гости! Да, Олегаса с утра звонит, а я-то не слышу, Ашка ему звонит, 6 раз прозвонил. Едет гости к нам Али. Ну, я Ашка ему сказала, говорю, сейчас карантин только закончился. Ну, рестораны все будут закрыты. Давай, говорю, я дома приготовлю кушать, и посидите вы, гостим дома. В принципе, можно было погулять, я не знаю, какие планы у него. Сейчас все заведения будут закрыты. Мы вчера же смотрели. Зачем нужно куда-то ходить? Вот я оливье сейчас уже ставлю. Оливье, ну, салата я поим. Говорю, самый такой вариант купить огромную курицу. Я запеку ее. Ну, очень люблю курицу. Мясо не так, как кур. Очень я люблю. Вот все время ляжки, машки, все покупаем куриное. Рыба есть у нас, но мы не хотим рыбой возиться. Я быстро в духовку и все. Суп есть у меня, я вчера приготовила много. Там все равно суп они по чуть-чуть кушают. И, в общем, такие вот делишки, мои хорошие. Сегодня у нас будут гости. Хорошо, я привела себе в порядок. Ну, я и так привожу всем в порядок. Женщина должна приводить себе в порядок, идти как на работу. А я бизнес-вумен. Вот я сижу в своем кабинете, работаю там. Одно из условий является не в пижаме, не в халате, а вот всегда быть в порядке. Тем более мне сейчас причесочка моя позволяет. Раньше же у меня был хаос. А сейчас вот растут волосики, да, выросли. И уже укладывать. Знаете, как укладывать? Вот так вот. И все. Много чего укладывать не надо. В общем, такие вот дела. Пошла я готовить. И гостей буду принимать. И я обязательно вам покажу. Вот так, по-моему, лучше, да, черный сюда больше идет. Подходит. Под режимную помаду. Цвет так не показывает. Оранжевый. Ну-ка, сейчас отсюда я покажу вам. Спонсор моего канала — онлайн-платформа Gigos. Так, по-моему, лучше намного. Покажу вам, что творится на балконе, а то как все время в себя только показывать. Ветерок. Вот сегодня опять помыла балкон. Видите, уже листик упал. Мои подушки пока так оставила, не трогаю их. Чай пьет. Он только что встал, Вали же его разбудил и говорит, кушать не буду потом до вечера. Что мне ему делать, скажите, как помочь? Никак мне, у него такая бессонница. Не знаю даже, что делать. Так жалко стало, я сегодня 6, 4 или 6. Он спит, его пойдем, как сейчас приду. Я опять засну. Я не знаю, прямо. Надо много двигаться. Поэтому.
Не уюмьорсун сенгеджи, диорун. А? Не сен уюмьорсун геджи. Гюндуски уюрсун. 4-5-те ятма. Сабан. А, вы слышите? 5 часов, говорит Люк. Не ятмак лязим. Сана тарлая гюндермек лязим. Чок юру, чок. Я говорю, тебе надо на поле послать, отправить на поле, чтобы ты пахал, пахал, пахал. И потом ты заснешь. Вот мои цветочки. Эти мои цветочки, женское счастье соответствует хозяйке. Когда же хозяйка счастливая. Может, Севгельси, наверное, расскажу? Севгельси, ба, ольду. Ба. Где, говорит, ее любимый умер? Я не знаю, что с ним. Бельмиору мне я. Алейкум ассалям. Али гельды. Вот и наша Али. Али. Селям соли. Посмотрите, как он покраснел от жары. Насыл. Насыл. Ашка обмек алмаз. Обмек ее. Целоваться нельзя, говорю. Гитсани касани нашимды элины. Корона, корона, сора колония, колония. Иди, Али, иди, Али. Али, беним из лиджеса не беклерлар. Гестер Али, нас и гнерды Али, беклерус Али да хаверлы. Ну, что принес Али? Это что там такое, курица? О, курица. Ашкем тавук я поим? Это алдынсы, нет? Маслины. Evet, var. А, peynir. Yani torunlar nasıl? Torunlar iyi. А, Али, niye kırmızı oldu? Sıcak, sıcak, tabii. Ama zayıfladın biraz. Yok, zayıf mıyım? Yoksa Али. Али duyuyorum. Али geldi. Али, su yok mu su? Başka buzdolabını açalım. Buyur, buyur. Ne yaptın? Nasıl işler? İyi işler, iyi. İyi, iyi, Allah iyilik versin. Ne var ne yok? Ne var ne yok? Konuşacağız şimdi. Çay istiyorsun, var çay. Çay içecek misin? Evet, evet, şimdi... Yok, başka çay içerdim biz şimdi, boşver. O zaman tavuk kızartayım. İşte bak. Что будем кушать, говорю? Bak, burada balık var diyorum sana. Balığı kızartırsın. Ondan sonra da kanat aldım ben. Kanat? Hazırladı. Her şeyi hazırladı. Sadece pişireceksin. Gerçek. Biraz da kanat. Biraz balık, biraz kanat. Tamam. Böyle bir güzel hazırlarsın. Tamam. Adam almış. Bir de bir sürü para vermiş. Ben de şey aldım. Tüm tavuk aldım. Bunu... Misafirlere saklarız. Yoğurt aldım. Domates almadın mı? Nereden yapayım? Domates unuttum. Salat. Boş ver, kalsın domates. Domates, ne yapayım? Hiç mi domatesi? Başkan gider, al bakalım. Tamam. Hazırlayacağız o zaman. Ну что, мои хорошие, начинается у меня готовка. Здесь говорит, они взяли готовые уже. Я же говорю, в Турции очень любят курицу. Вот, посмотрите. Уже в соусе все готовое. Сейчас я эту рыбу... Так, а вот и рыба. Ну вот Ашкин купил такую огромную курицу. 2 кило точно. 2,5. Представляете? Такая курица. Огромная. Вот моя рука и 2,5. Потом я спрячу. Йогурт купил, маслинки. Короче, вот там вот буду оливье сейчас делать. Ну что, приступаю я к готовке, одеваю свой фартушек, перчаточки и буду готовить. До встречи. Ой, мы так построились, оказывается, видео снимаю. Вот так жарится на мангале наша курочка. Вот я вот сделала, водичку туда налила, и она прям так проваривается. Супер. Вся в готовке. Здесь у меня рыбка стекает. Здесь я... готовлю оливье. Горошек у меня тоже свой проварила. Видите, сварила. Вкуснятина. Мои хорошие, вот и стол Светлана накрыла. Посмотрите.
что было, все положила. И вчерашнее, и сегодняшнее. Афиетолсун. Афиетолсун, чорба. Экмек, экмек. Ну все, я буду закрывать. Потом сниму вам что-нибудь интересное, если будет. Всем приятного аппетита. Я так устала, мои хорошие, что не хочу даже кушать. Емек да истимиру. Чорба едим. Пишердым и узелистим. Начинаем я кушать, друзья мои. Обжирание сегодня. Али переписывается за свои любимые. Адам саясын, Юксет саясын. Адам чок часто она улашла. Мы, короче, поели сейчас. Адам не Юксет, координаторы чалыштылар. Смотрим телевизор. Ой, мне что-то спать захотелось. Сейде, айрылачак дишлер. Она öyle dedi, Юксет dedi ki, bana айрылачак Юксет dedi. Ben söz verdim dedi. Ahmet gelecek dedi. Несколько раз в день переодеваем сегодня. То мне холодно, то мне жарко. Курбаева, посмотри. Налопались, так налопались. От души. Спать захотелось, не знаю почему. Я быстро все делаю, быстренько так пожарилась. Покушали, сейчас убрала все на кухне. Порядок, чистенько, духовка, шмешочек, все. Я так не могу, когда вот я духовочку тоже все почистила. Она же такая после мангала. Вот моя кухня, полы перемыла. Осталось, я вот я побрызгала. Вот это, кстати, средство. И очень довольна. Пойду переоденусь, наверное, опять. Чтобы спокойно. Ну, Али у нас останется, конечно. Мои хорошие. Ну, пока в их отношениях он не хочет рассказывать. И я тоже не хочу это. Сама не хочу просить его рассказывать, потому что я так приблизительно знаю. Но не для всех эта информация. Вот когда все будет, откроются границы, вот когда вот все будет, вот тогда я вам покажу. Сейчас пока трудно передвигаться, и пускай это будет для вас секретом, и для меня тоже. Так что, когда время придет, он все это расскажет и покажет. Но он очень серьезно настроен, очень. Женитьбе. Вы представляете, Али уходит. Али не Эгидьерсон. Соли. Эбеклер. Дома семья ждет его, говорит. Айлебеклерсон. Да, бабушка есть, сестра есть, бабушка пожилая. Ашка, мне губек варсен, ты посмотрите на моего мужа губек. У Али меч, Али сенде. О, Али. Как топ они проглотят. Ашка, да мам, я обма более сенде йог букада. А, это в Турции нормально живут. Нормально гебек. Да, герчектен. Да, в Турции нормально. Там без турки. Мы, говорит, турки, у нас нормально это. А мы хер и трофинда говорю, заиф инсалары. Шишков, я говорю, вижу вокруг худых, а они говорят, это не турки. А маки валлары. Она парень чок севен. Ага. Инсанлар. А, это те, которые... Параэмилы. Они, знаете, говорят, которые деньги любят, но не себя. А, пара севёрлар, ама кендини севёрлар, маюзнани бьёрлар. Сис севёрсунус. Емек. Они любят жрать, любят кушать. Хады, Али, хады. Çok teşekkür ederim. Başkan görüşemezsek anlamadım. Selifke ne zaman gideceğiz? Ben şimdi kameraya soracağım seni. Ne zaman götüreceğiz bizi? Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.